Во вторник состоялась последняя массовая отправка новобранцев. Служить на год в ракетные войска, связь и сухопутные войска ушли 20 димитровградцев. А всего начиная с апреля этого года из города Меликесского и Новомалоклинского районов призвано на срочную службу более 300 молодых ребят. Военный комиссариат план по призыву на первое полугодие перевыполнил.